Вітаю! У прямому ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І темою нашої прес-конференції буде гарна новина, що у Дніпрі пройде свято для містян і під назвою «В раю». У прес-конференції беруть участь Вікторія Суходольська, співорганізаторка свята, та Юлія Колеснікова, співорганізаторка свята. Доброго дня, шановні співорганізаторки і співорганізатори! Розповідайте, що ж це таке за свято в раю, для кого воно і де воно пройде? Ми подумали о том, что в городе очень мало локаций, где действительно можно хорошо отдохнуть. А так как все эти карантинные истории нас ограничивают и в передвижениях, и в перелетах, мы решили сделать зону отдыха и зону релакса у нас в городе. Таким образом образовалась у нас организация «В раю». Да, новоиспеченная. Я расскажу более детально, почему «В раю». Почему у нас мы придумали слоган этого мероприятия «Живи в моменте». Это такая Юлина жизненная фраза, да? Почему? Потому что на сегодняшний день время нам показало, что жизнь настолько непредсказуемо. Сегодня ты, как говорится, действительно можешь быть на возвышении, завтра ты не знаешь, где ты можешь оказаться. И мы хотим показать таким мероприятием, что нужно ценить каждый момент своей жизни. Нужно понимать, что мы живем здесь и сейчас, потому что завтра — это будет завтра, это хорошо. Но как прекрасно наблюдать, когда счастливые дети, счастливые родители, да? А понятно, сегодня сложная ситуация в стране, но насколько сейчас много появилось негатива, семьи разрушаются, потому что сложная психологическая обстановка, очень многие ругаются, даже в работе, мы же работаем, да, все, мы видим, что стали сложные отношения, и людям не хватает вот этой изюминки, когда они могут быть друг с другом дружны, а когда они могут улыбаться, и нам хочется все-таки, чтобы пускай в этой ситуации, но наши люди научились жить радостными, открытыми друг к другу, чтобы ситуация, которая сейчас с карантином, наоборот, нас учила быть сплощенными, да, в этой ситуации, понимать, что да, нужно быть аккуратными, но при этом мы можем радоваться жизни, мы можем оставаться счастливыми. Именно поэтому у нас появилось вот такое название, вот такой слоган, чтобы каждый учился жить именно сейчас, сегодня, радоваться, радоваться пению птиц, радоваться тому, что взошло солнышко и тому подобное. Конкретнее про мероприятие. Мероприятие у нас будет наполнено практически для, ну не практически, а для всех и каждого, я бы так сказала. То есть мы продумали, чтобы была отдельно, у нас есть там партнеры Dream Club, они создают полностью большую локацию для детей, когда дети не просто придут на мероприятие побегать, попрыгать, а продуманы мастер-классы, чтобы дети окунулись в творчество, чтобы они поработали, чтобы они пришли действительно и запомнили этот день. Потому что просто спускаться с горок, кататься на качелях — это круто. Но когда приходит ребенок и говорит: «А я сегодня впервые в жизни что-то попробовал», это момент, и мы его создаем для детей. Также, конечно же, главная сцена. На главной сцене у нас будет выступать очень много групп, коллективов и тому подобное. Мы подобрали специально очень такого интересного, зажигательного ведущего Андрея Кита, который в рамках мероприятия не просто, как мы привыкли, да, стоит ведущий на сцене, оглашает. Нет, мы хотим создать мероприятие интерактив, когда люди должны быть активны, когда они действительно тоже смогут себя увидеть и вспомнить этот момент. Важно еще то, что будет неимоверное. Мы с Юлей сидим, креативим каждый день, все новые идеи появляются. Это фотозоны. Мы специально для этого мероприятия создаем новые фотозоны, которые не использовались в Днепре. Они уникальны будут. И я думаю, что каждому захочется впечатлиться возле такого момента. Конечно же, фудкорт будет очень вкусный и полезный.
В целом постараемся создать действительно это мероприятие таким, чтобы день этот остался на длительное вспоминание и в целом принес пользу для города, пользу позитива, пользу хорошего настроения, когда люди после выходного выйдут и будут счастливы и рады продолжать жить, работать, развиваться, расти и тому подобное. У мене запитання до вас перше. З приводу, от ви вже говорили декілька разів, Юля, і ви про карантин. Да? Як от в умовах карантину ви не побоялися зробити це свято і які будуть заходи безпеки? Территория, она располагает для того, чтобы там находилось ну, достаточное количество людей. Естественно, мы будем ограничения какие-то вводить и по количеству, и по формату того, что будут маски выдаваться каждому пришедшему, антисептики на каждой локации, поэтому ну, все нормы будут как бы соблюдены. Да, мы просим обязательно жителей отнестись с пониманием. Мы хотим сделать праздник, но при этом, знаете как, мы стараемся для них, просим, чтобы они немножечко тоже понимали нас как организаторов, чтобы у нас не возникало вопросов, чтобы действительно все были счастливы, здоровы, это очень важно, особенно на сегодня, да, поэтому действительно дистанцию соблюдать, естественно, если вы видите, что ну, там где-то с чем-то соприкасаетесь, есть антисептик, маски по требованию, если вы видите, что вы близко располагаетесь друг к другу, конечно же, одевать маски. Это наша большая просьба, такая единственная, наверное, и еще, конечно, веселиться. Де буде відбуватися захід? И вы сказали, будут музичні гурти, кто це буде, що це буде? Да, будет все это происходить в яхт-клубе «Січ» на Победе. Очень активная у нас программа, у нас будут присутствовать такие группы, как Инщи, это наши ребята днепровские, у нас будут выступать диджей Лана, диджей Сэм, которые будут вот максимально вливаться в наше состояние в раю. Также Blackberry Band будет, да, играть у нас. Флешмоб Силуэт делает, студия Силуэт делает флешмоб. Флешмоба, кстати, флешмоб будет два. Флешмоб будет тоже музыкальный, да, и детский будет флешмоб, да, и детский, взрослый чуть-чуть пораньше. Да. Ну, он как бы тоже интерпретация детско-взрослого, но тем не менее флешмоба будет два. Еще хочу дополнить Юле изюминкой. Будет две у нас таких вот, ну, прям изюминки. Первая изюминка, это, я думаю, всем будет интересно посмотреть, это 6 до 8 вечера, днем просто нельзя, потому что солнце сейчас, 6 до 8 вечера мы поднимем воздушный шар 20-метровый, Cogens Promotion нам предоставили такую возможность, чтобы тоже порадовались, это такая фотозона, одна из самых таких вот, да, самая масштабная фотозона в раю. Дай бог, чтобы единственное, что погода, ну, потому что погодных условий это очень зависит. И самая такая вот, ну, прям, я считаю, что многие долго ждали в Днепре этого, это будет пенная вечеринка. Вау. Выльется более 12 тонн пены, поэтому это будет классно, да, круто, у нас драйвово. Будет заканчиваться наше мероприятие с 9 вечера, да, с 9 до 11 будет вечеринка, будет пати, мы будем отдыхать. Также у нас будет на сцене наша звезда днепровская мисс Рис, поэтому мы ждем вас с хорошим настроением и будем отрываться вместе и кайфовать. Розкажіть мені, на кого розраховане це свято? Ну, вікова категорія, там, хлопчики, дівчатка, там, дорослі жінки, чоловіки, на кого розраховуєте? Як я говорила раніше, ми спеціально постарались розробити програму таким образом, щоб змогли прийняти активне участь абсолютно всі граждане. Ну, во-первых, територія Січі – це дуже красиве само по собі місце, де можна прийти, посмотреть на животних, походить, пройтись, прогуляться, зарядиться положительно жительной энергетикой. С утра и где-то вот часов до 4 у нас будет интерактив с ведущим, то есть это активная программа, там, где могут принимать участие и взрослые, и дети. Но вот именно вот отделение с 3 до 4 это будет непосредственно Dream Club нам делает такую вот прям очень интересную, активную программу. После 4 уже больше как бы идет наполнение
Конечно же, там будет интересно всем абсолютно. Работают все локации абсолютно все время, и детская, и для взрослых. Будет отдельно лаунж-зона, где можно присесть, посидеть. Мы тоже создаем ее новую, такую тоже не делали еще в Днепре. Вот. Поэтому будет возможно, время распределено абсолютно для всех. Ближе к вечеру, естественно, ну, скажем так, у нас будет диджей, да, то есть это уже превращается больше такую молодежную вечеринку, но я считаю, что, ну вот выйдя даже я, мама, да, выхожу вечером на улицу, дети гуляют все до 10 часов, сейчас лето, сейчас каникулы, все гуляют, отдыхают, поэтому мы открыты абсолютно для всех, и я думаю, что каждому найдется, чем у нас заняться, очень интересно и увлекательно. Вхід на цю вечірку, на це свято, він що, платний чи, чи безкоштовний? Да, этот вход будет у нас платный, можно посмотреть, зайти у нас на странице в Инстаграме, в Фейсбуке. Мы, кстати, тоже всем рекомендуем, можно и приобрести билеты через интернет-билет, чтобы, ну, как бы быть уверенным. Там вся детальная информация описана. Мы для... И деток до 6, дети до 7 лет, инвалиды, участники АТО, ну, в общем-то, как обычно, мы сделали вход, естественно, бесплатный, то есть все, что свыше, там дети до 12 лет минус 50%, ну, идет уже потом полная плата, поэтому заходите, ознакомьтесь, пожалуйста, все, все подробно описано и рассказано. Для наших телеглядачів, скажите, где вас шукати в социальных мережах, Инстаграм, я зрозуміла, але як вас знайти, що вводити, що вбивати? В раю. В раю единственное, что у нас название на английском, а последняя у нас буковка Ю, наша украинская. Поэтому в раю так и искать. Я думаю, что по хэштегам люди уже смогут найти. Мы уже давно такие, ну, детально такие давно уже расписываем, рассказываем все. Еще я бы хотела дополнить, я бы хотела поблагодарить еще у нас, нас поддержали многие в этом мероприятии. Кстати, большая, огромная благодарность телеканалу «Открытый», это наш официальный информационный медиа-партнер. Вот. Я бы хотела отдельно сказать слово, большое спасибо сингл, автосингл в Днепре. У нас будет, кстати, у нас будет для автолюбителей выставка машин. Да, это будут машины Citroën. Вот, поэтому тоже будет очень интересно, можно прийти, посмотреть, возможно, тест-драйв, да, да, тест-драйв, и, возможно, да, приобрести, да. Тест-драйв будет прямо там, чем? Нет, тест-драйв немножечко попозже, но, тем не менее, есть такая тоже возможность. Компания Fidget, Dream Club, типография Украины, информационных очень много партнеров. Хотели бы поблагодарить тоже всех, кто принимает участие, потому что, на самом деле, очень многие думают, что это легко провести мероприятие. Это очень щепетильная, рутинная работа, поэтому всех-всех, кто выступать будет у нас, и мисс Ирис, и диджеи, и, ну, в общем, их много, поэтому всех не перечислю. Я хочу сказать, что очень приятно, когда поддерживают такие мероприятия, потому что в сложной ситуации нужно объединяться. Нужно работать, развиваться, быть счастливыми и успешными. Поэтому я думаю, у нас все получится, будет все очень круто. Сколько вы по часу готовились до этого свята? Ну, уже почти месяц. Ну, больше, чуть-чуть больше. Но на самом деле это родилась идея спонтанно. Вот расповедайте, как это появилось? Ну, обычно у нас с Юлей все... Ну, в принципе, у творческих людей... всегда спонтанно. Да, все всегда спонтанно. В один из вечеров я говорю: Юль, заезжай, попьем кофе, просто посидим, полялякаем, у меня тут идейка есть. В общем-то, приехала Юля, у нас сначала была одна идея. Мы перелопатили уже, наверное, по-хорошему уже фестивалей 6 можно было сделать в разных форматах. Сделать что-то то, что не повторится, что хотелось, да, хотелось чего-то такого драйвового, хотелось наполнить это... вот максимально каким-то положительным элементом, и, ну, очень многие моменты в процессе работы менялись. Но то, что сейчас получилось по итогу, ну, мне кажется, придется по душе и горожанам, и деткам. И мы вот проведем мы максимально, еще не одно мероприятие. Да, и мы планируем это делать на постоянной основе, потому что, ну, действительно очень, очень важно...
поддерживать психологическое положительное состояние. И вот действительно сказала Вика о том, что жить в моменте — это там мое кредо, да, какое-то жизненное, но не так давно стало кредо, несколько лет назад. Но действительно, когда ты живешь здесь и сейчас, ты максимально можешь получить от этой жизни все. И когда ты не беспокоишься о том, что было вчера или будет завтра, ты можешь находиться в этом моменте и кайфовать от него. Поэтому мы постараемся научить горожан находиться в моменте и наслаждаться окружающими, семьей, друзьями и со собой, да, в этом моменте. Скажіть, будь ласка, вже ж іде якийсь продаж квитків, правильно, реєструється на свято. Скільки вже людей зареєструвалося? Скільки вже готових містян прийти побути в раю? Смотрите, в основному до такі мероприятия, розкажу, в основному приходять люди по факту вже на мероприятия, і у нас будуть как бы люди на вході, да? Это зачастую так происходит. Но на сьогоднішній день наші соціальні сети з Юлією обриваються. Я даже, честно говоря, у нас есть ребята, которые ведут подсчет, но... кстати, я прошу прощения, но я хочу дополнить. У нас будет еще одна изюминка. Все уже знают, у меня же наша вторая деятельность, Юля, есть у Юли компания Right Food, у нас Sport and Health City. Мы делаем коллаборации периодически. Вот, но я как... мы готовим скоро выпуск журнала нашего, и в этом выпуске мы готовим статью про наших девчонок с Днепр Квинс. Это наша хоккейная команда, и как раз таки в субботу, в эту, пройдет награждение. Они станут чемпионами Украины по женскому хоккею. И пройдет награждение на Ледовой арене официальное в 3 часа, а ближе к 6 вечера Кубок Украины по женскому хоккею приедет к нам на мероприятие. Поэтому будет у всех еще возможность фоткаться с чемпионками. В общем-то, мероприятие очень будет насыщенное. Поэтому я же говорю, что наши социальные сети обрываются. Люди спрашивают, люди интересуются. Я думаю, что на сегодняшний день где-то уже порядка 500 человек. Это те, которые участники, которые мы уже знаем плюс-минус, что они будут. Но тяжело предсказать, потому что мы активны с Юлей. Люди, у нас вокруг много активных людей тоже, которые подтягивают. Поэтому присоединяйтесь, мы будем вас ждать. Теперь я хотела бы, чтобы вы сейчас конкретно сказали, о котрій годині, де, коли вы чекаете ваших гостей, на яку вечірку? В 11:00 1 августа в яхт-клубе «Січ» мы ждем вас на фестиваль «В раю». И будет это все происходить до 11 вечера. Запрошите. Я хотела бы всех пригласить и сказать, ребят, давайте учиться жить действительно в моменте, радоваться каждому дню, улыбаться, быть счастливыми, объединяться, потому что это очень важно для того, чтобы наше будущее было действительно позитивным, классным, чтобы наша страна расцвела, развивалась и была действительно показательной для многих стран. 1 числа, повторюсь, в 11:00 мы вас ждем, ждем семьями, ждем парами, влюбленными. И пускай этот день действительно принесет массу позитива, хороших эмоций. Ну, а мы для этого все сделаем. Дякую вам дуже, бажаю вам, щоб свято вдалося, щоб в раю було як в раю, щоб всі були щасливими. Не знаю, шановні телеглядачі, як ви, а я зарядилася позитивом від цих прекрасних жінок і запрошую вас приєднатися до цього свята, яке відбудеться 1 серпня. Я ще раз теж повторю, в яхт-клубі «Січ». Побувайте в раю, побачите, що не все так погано в нашому світі. Єднайтеся, посміхайтеся, будьте щасливими. І не перемикайте телеканал відкритий. Ті, хто не потрапить на це свято, не переживайте, ми все вам покажемо, розкажемо. І, можливо, наступного разу ви відвідаєте фестиваль, який готують Вікторія та Юлія. Дякую вам за увагу, до побачення.